Здорово, товарищи, мы играем в Киберпанк 2077. В общем, мне сделали новые руки за место старых. Они вызываются на четверочку. И куда? Наоборот, сильнее от меня отъехал. Что происходит? В общем, какие брать руки, это зависит от того, какие у вас навыки. Давай посмотрим. Вот этот сет клинки богомола дает. Техника дает. А броню. Значит, надо брать. Броня-то мне нужна. Так, не надо. Ну это ничего не увеличивает, кроме возможности хакингом заниматься. Хладнокровие увеличивает. Моноструну. То есть вот если вот эту развивать, то лучше клинки богомола, а если это, то лучше моноструну. Еще есть руки гориллы, а руки базуки вроде тоже. Что-то я смотрю, так все классно, плавненько идет. Думаю, вдруг не записывается. Нет, записывается. Даже не верю. Так и должно быть. И график хороший. Слушать самурая всегда классно. Даже их песни играет. Но Fade Away это их. Тоже рифер есть.
Что-то большая область, найти не могу автомобиль. О, это пара Сергея Хэнды. Отстань. Жаль, Но мы знаем правду. Это ты? Стой! Не с места! Спокойно, я хочу помочь. Не приближайся! Почему он такой агрессивный? Эй! Притормози! Оставь меня! Они все болезни Делабейна, понимаете? Они не его дети, это его болезни. Надо удалить. Нет. Это Мальстрём. Ты меня слышишь? Чёрт, ушёл. Ё-моё. Всё, отъездился. Бедный. Благодарю. Мне удалось установить контакт с транспортом. Шоковая терапия иногда творит чудеса. Высылаю эвакуатор и вознаграждение. Одно за машиной, второе на счёт. Главное не перепутать. Ха-ха-ха. В аварию попал.
А, да, надо еще одно такси до Лумейна. Что делаешь? Вы сами видели, он виноват. Это авария. Мы почти приехали. Парапет меня спас. По-моему, здесь рокер живет. Похоже, на это невыносимо, я так больше не могу. Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы. Это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань. В гараж. Опять ехать. По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Вы можете сесть внутрь. Только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Ну, едьте. Придется объехать свою же машину. Свой мотоцикл. Thank you.
парень в себе не уверен. Немножко еду не по правилам. Надо было в пробке стоять. Я еду дальше. Хочет быстрее ехать. С меня хватит. Мне надо перевести дух. Бля, да твою ж мать! Нет, здесь нельзя оставаться. Поехали дальше. Да, этот перфекционист, похоже. Дайте пройти. Подобных. Ну вот, нормально же доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Ну, что дальше? Продолжаем реинтеграцию. Скорая, что ли? Вот ложка.
Может, надо было на разбой отвлечься? Проверить надо было новые руки. Что-то не то. Может, это не они разбойники? Но они очень сильные, с ними я не буду. Проверили, что новые руки ничего хорошего не дают, да? Оказывается. Руки как руки. Что особенно? Поехали дальше. Хотелось помочь. Сами справятся без меня. Каждый тебя убьет. Все такие имбовые, что только вот в самом-самом конце игры можно пробовать им противостоять. Наверное, технику качу туда, что еще бронь. Уже получится. На том здоровье не уйдешь.
Надо отключить. Разбой. Пик. Это тупик. Да. Поздравляю. Довольно. По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу от слишком далеко. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Устроили этот бардак. Почему ты молчишь?
Я не понимаю, что происходит. Вот ты на это клюнешь. Короче, хватит. Ты сама приняла решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. И слезай в машину. Освободи сбоку из машины! Ага. Итак, машины для убийства. Загляните по мысли в свои черные сердца и скажите, что вы там. Это только разминка! Хотя не надо. Я и так знаю ответ. Мехкотерок Слентяев. Слава, механик! Партия с тобой! Да блин! Эта машина такая тварь. Она привезла меня к каким-то сектантам на мусорку. У нее нет души. Короче, хватит. Ты сама приняла решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Так, как сделать из лентяя машину для убийства? Освободим бога из машины! Ага. Пощадите! Итак, машина для убийства. Загляните по ключу черные сердца и скажите, что вы там видите. Тебе в лицо сейчас. Я так тебя ненавижу. Никакой жизни вам не... Кромсать буду вас, пока вы не умрете. Таким сволочам жить нельзя. Только эвтаназия. Только хардкор. Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейн? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожила центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и, умерев, будет забыт. Достаточно. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертва. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь.
раз. Как ваши дела? Ох, бывало и лучше. Сам-то как? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас, по возможности, загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично. Угу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.